стране у нас находится метро Горьковское, с которой мы и приехали. Еще там была мыша убийца. Так, здесь находится планетарий, мюзик-холл, планетарий. И вот туда мы сейчас пойдем. Куда мы идем? Зоопарк. Детская тусовка. Так, мы пришли оттуда, показываем дорогу. А на этом камешке будет установлен памятник Федору Ивановичу Шаляпину. Это у нас Ленинградский зоопарк. Давайте сейчас пойдем туда. Идем. Кстати, я вся надета зверями. У меня носки зверями, кофта зверями. И даже шарф, и ушки, и шапка. Ты готова, да? Окей. Погнали? Окей. Ну что, мы зашли. Жалко, нам с погодой не повезло, да, Доминика? Ага. Это моя карточка. А это какие мама. Карточки? Можно собирать там на всех разные зверюшки. Ага. Ну что? Иди. Подружка, погнали. С левой стороны у нас детский зоопарк. Здесь можно покормить зверюшку. Привет. Ну, сейчас он почему-то закрыт на уборку. Нам, как всегда, везет. Ой, Доминика очень хочет увидеть кого? Жирафа. Там не специальный домик. Давайте мы сейчас туда пойдем. Вначале давайте посмотрим сюда. Мне кажется, от такой погодки все разбежались. Ну да. Да. Может, он спит. Или в своем Та-та-та-та-та-та. А это кто? Лисичка. Ой, какая. У нее есть план побега. И ошейник. И ошейник? А? Сколько всего интересного, да? Лису хотел? Еще лису. Ой, какой хороший. Ой, какие уши. Ай, какие ушки. Отсвечивает, ничего не видно. Ну, видно. Видно. Привет. Это вот просто утро в деревне. Да, Доминик? Привет. Какие? Ну все нахухлились, все замерзли и вымокли, да, Доминик? Ой, кто же здесь у нас домашние кролички? Ну как, он мягенький? Боже, бедненький, смотри, он даже не реагирует. Да, Ник? Ой, какой мягенький. Пушистенький. Кто там? Ну-ка, давай посмотрим. Доминика. Ой, привет. Какой красавец, да? Красавец, да. И здесь у нас Это индейка распустила свой хвостик поближе. Ник, ты где? Привет. Мы-то думали, будут разборки птичьи, но увы. Так, а это кто у нас такие? Вот здесь, который мне был, там был. Слушайте, в чем логика? Почему птица поедает птицу? Ребята, я тоже не понимаю. А там не рыба была, нет? Это была птица? А это... Ой, какой сильный. Видишь, какой опасный. Тоже орлан, да? Они да. Все орлы. Здесь мы находимся у нас, да? Отдел птиц. Орел. Да. Ой, какой ворон. Он на самом деле очень большой. Крупный такой. Но вдали он... Ну, красавчик. Да, красавчик. О, ой, боженьки ты мои. Чего там? Посмотри, какой большой. Какой большой красавчик. Да, гриф. Это правда, это беркут. Не, зая. Это грифон, да? Ой. Вот так на нас посмотрел. Нужно срочно бежать.
О, опять чёрненький. Этот как-то поспокойнее. Привет. А здесь над нами ржёт коза. Да, мы сначала не поняли, кто ж там так смеется. А этот кот? Посмотри, она на нас смотрит, я ее боюсь. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, еноты. А вот там белый мишка и жираф. Да, там жираф. Доминика, ой, кто жираф там? А белый мишка. Белый медведь. Да. Он цирк показывает, наверное. Да, Леша. Да. Какой он большой. Потому что ему туда бросает иду. Конечно, смотри какой. Он якорь взял. А он один или еще мишки есть? Один. Один мишка. Не видно. Два. О, два якоря. Нет, это бочка такая. Веселый мишка? Ага. Смотрели только что веселого белого мишку. Здесь у нас совы. Мы пойдем искать бурого медведя, да, Доминика? О, до хищников мы дойдем. Да. Как-то сегодня у нас тоже не за... Ой, клетка-то открыта. Па-па-па. Значит, никого тут нет. А что же нам не везет-то? Давай пойдем к медведю. К льву? Так, мишки нет. Ай-яй-яй. Но с чем же нам сегодня повезло? С кем? Тири-тири. С кенгуру. Какие они сладкие. Маленький его зовут Смартик. Смартик? Так я не знаю, где он. А. Да. Может, он уже вырос? У них новый вольерчик. Ага. Единственное, с чем нам не повезло, это с мишками. И сейчас капитальный ремонт идет. Где у жирафов? Да, Ник? Ну ладно. Ой, боже, как же я тебя люблю. Ты посмотри, Доминик, какой большой. А как ты думаешь, кто это? А кто? Ты что, это же лось. А, точно. Я помню, когда мы были в Кипре, то мы катались на лосях. И у нас теперь есть... Зайка, мы катались на осликах. А-а-а. А это лоси. А чем отличается лось от осла? Пэм. Кого мы с тобой сейчас увидели? Страуса. Как его зовут? А как его зовут? Василий Иванович. Очень подходящее имя для страуса. Черный лебедь. Никуль, пойдем посмотрим черного лебедя. Осень во всей красе. Какой, смотри, только красивый. Не... Черный только лебедь. Не плавает. Ну, погодка сегодня. Почему такая. Вы не плывете? Тоже у них, смотри, какой загончик красивый, да? Ага. Сейчас мы в каком с тобой находимся отделе? Хищников? Ага. Так, попробуем потом зайти в павильон. Я думаю, что очень много кто спрятался, да? Ник, ага. Погода не очень? Может быть, лев. Лев в клетке. Они такие красивые, слушай. Киса. Киса. Что-то она задумала? Ой, ты посмотри, иди сюда скорее. Ягуар. Красивый. Этого ягуар. Зовут его Рок, интересно или нет? Это какой красавчик. Красавчик. А здесь? Почему-то все кажется таким маленьким, на самом деле он такой здоровый. А да. Ягуар. А вот здесь должна быть... А мы сейчас зайдем в павильон. Там внутри должно быть животное. Наверное, она просто родилась. Наверное, очень вкусно. Судя.
Такого как видишь, мы прям с тобой. Окрас очень красивый. Ага. Ой, а это такой толстый, интересно, или нет? Это... снежный барс. Посмотри, какой он упитанный. Кстати, я помню, что... Ой, привет! Кстати, снежные барсы, они... А, они, по-моему, мяукают, они рычат. Да. Да, мяукают. Ну, такая вот киса. Ух ты, кто же это? Сурикат. Ага. Сейчас их как раз покормили. Там сидят у нас львицы две. Там, да? Там настоящий лев. А это кушает настоящий лев. Просто запах, конечно, не для слабонервных. Не надо. Смотри, какой большой. Это кто кушает? А там желтый ватбус. Вот здесь желтый ватбус. Черный ягуар. Но он был на улице, да? Якуш, ягуар на улице, да, был? Что за уточка? Котя. Уточка. Сейчас мы находимся где, Данёш, Куникуш? Приматор, да? Должны сегодня, то есть сейчас, как раз 15:00, покормить. Это что, конечно, Даня? Ой, господи, какие они маленькие. И милые. Привет. Это меньше создание. Малыши какие, господи. Кормить-то будет кто-нибудь? Или уже покормили, мы опоздали? Ой, господи, какая прелесть. Я бы хотела такую маленькую. О, их двое. Там еще. Какие смешные. А, и тут где-то макака есть. Смотри, за. Ой, какая-нибудь прическа. Да, такой стильный. Идем. Ой, привет. Эй, привет. Привет. Ну, спасибо. Даже попу нам показала. Милый парень. Потому что это макак. Привет. О, какие смешные. А вот смотри, морковку. Видишь, у него гладкая морковка? Ага. Вон, надо кусать нам. Видишь наверху? Да. Сейчас их как раз кормят. Ой, мы нашли уже наши задания. Там мамочка. Это капуцин. С малышом он, да? Там мама. О, просто, он просто крошка. Крошка. Наверное, с кулаком. Даже умнее, чем котят. Крокодил. На картинке жирафов нет, да? Вот раз жирафов нет, давайте наших крокодилов. Привет, рыбки. Еще один. Обожаю лилии. Сколько рыба. Доминик и рыбки созданы. Ой, господи, что это такое?
Это увеличение или она действительно такая большая? Давай проверим. Ника, я боюсь. Не отходи от меня. Она действительно большая. Ой. Пойдем. Ух ты. Да, мы как просто в Красном море. Красавчики. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Большой забег. А морем-то как пахнет, а? Ага. Да, Никуленька? Они по кругу плавают, да? Одна рыба хотела скушать. Которая мне будет. Кого хотела скушать? Песок. Сейчас даже питает. Вот она, смотри. Она как будто бы просто улетела, да? Да. Теперь идем туда. Доминика. Ой, ой. А, испугалась, я говорю, она смешная. Нет. Ник, смотри, Доминик, смотри, какие блестящие. Ой, это просто волшебство. А вот эти, Доминик, смотри, малыш. О, у них как будто волосы. Да, это очень здорово. И очень красиво. Вот камера не может передать, да, вот весь цвет? Да. Мне кажется, мы ей понравились. Привет! Я же говорю, эти рыбки по кругу плавают. Это что, палочки? Не знаю, палочки. Может, это такая рыба? Так, должно быть написано. Нет, ну это невозможно оторваться, поскольку это рыба. Так. Ой, да. А, это игла называется, зебра краснохвостая. Вот это вот странное. А где морской конек? Это вообще удивительная рыба. Она называется арата. Он похож на, знаешь что, на лимон. Ага. А вот похож. Почему-то я все о еде. Мне кажется, это странно. Ага. Передвигается, я увидела глаз. Я глаз увидела. Ой, какая она. Слушай, она такая цветная на самом деле, да? Да? Ой, какой опасный. Кстати, я вижу глаз у ежика. Ежики? Вот, у него такой оранжевый зрачок. Ой, пойдем дальше. Ла-ла-ла, бордена, ом-ом-ом-ом. И еще там полоска. Это уголь. Да, вон она спряталась. Она думает, мы ее не найдем. Мама, у тебя любит суши. Ой, и ежики тоже морские здесь, да? Не, я не вижу ежика. Морской ежик здесь, да? Ой, какие яркие рыбы. Бух! Здесь у нас красавчики. Красавчики. Еще я вижу рыбу. Все такое яркое, красивое. И хочется на море, Доминика. А вот наши рыбки здесь и карасики. И кого только нет. А сетрулечки. И какая-то гигантская рыба. Где? Вот. И какая-то страшная рыба. Рыбки не могут быть страшными. Они а здесь что? А здесь просто вода. Здесь что? А здесь не испугалась. Ну что, где она? А думала, что это вода. Ой, какие. Они как будто бы плывут, да? Так они и так плывут. Ну, они плывут, летят. Привет! Здравствуй, земляне! Не, на акул-то они не похожи. Почему? Полетели, полетели! Доминика испугалась. Это было неожиданно, да?
Барракуда. Да-да-да-да-да. А кто это говорит? Барракуда. Это рыба. Это будет как будто бы магия, да, какая? Ага. То тогда меня будет долго. Ай! Меня расходит. Ух ты. Очень красиво. Ага. Фокус, фокус. Ник увидела черепаху. Побежала, побежала, побежала. Зал называется. Зал рептилий. Там кто-то есть. Крокодил нашла? О, боженьки-то мои. Привет. Наверное, его зовут Федор. Ой, пойдем скорее. Смотри, какой он, а. Он такой большой. Страшно? Не бойся. Смотри, там что-то хамелеон. Смотри, там хамелеон. А ты его видишь? А, да. Привет. Он думает, что мы его не видим. Ага. А здесь вот мини-мини-мини-мини. Нет, это тритончики где-то должны быть. А вот они, тритончики. Я вижу тритона. О, здравствуй. Наверное, это принц. Смотри. А можно мы в жуков не пойдем? Пойдем. Мы пойдем? Пойдем. Уверена, ты первая? Нет, ты первая. Я пошутила. О, господи. Пауки. Смотри, какие мелкие. О, боже мой, такие существуют? Да. Почесать за ушком. Еще какие-то черви. И всякое. И кусковые. А здесь кто? А здесь нет у нас. Не знаю, не вижу. О, боже, смотри, это же таракашки. Хочешь выйти? Беги! Это что, Кеша? Кеша Жако, китайский. Привет! Привет! Он еще кушает. Он такие не хотят. Господи, смотри, я. Боже, это что? Это кто-то? Это живое кто-то? Это живое. Да. Это серьезно, что ли? Саламандра? А кто такой саламандра? Я думала, что это палка какая-то. Это живое существо. Красава. Удав. Разошлись, разошлись. Да, знаем, мы тоже змея. Все змейки. А здесь у нас... Лидовский. Ой, не видно. А здесь у нас какие-то милые. Мангуст. Здравствуй, сладкий. Сладкий. Кто-то его помнит? Может, тоже, да. А здесь кто? Тегу. Должен быть Тегу. 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 Вон он там, я могу сказать. Муховиля. Всех покормили. Поэтому все должны, по идее, сейчас кушать. Да? Вон, смотри, видишь, они куда прячутся, Николь? На самом деле, Ник у нас боится змей. Ой, это вот какая-то гадюка, наверное. Это полос. А тут это
Смотри, он лежит. Видишь, как он собрался? Но лежит он красиво. Ой. Время. Да, пора. А его что, раз в неделю кормят? Ой, боже, как он здоровый-то. А где у него начало, Доминик? Вон, вижу. А их там двое. Я вижу его морду одного. Да, а точно двое? Точно. А, да, вот второй там. Он что, там двое? Нет, наверное, он хочет как-то забраться. Ой, господи, боженьки. Ой, какие ребятки. Это зеленая юбка. Бу! Самые чудные, самые красивые попугайчики Ара. Привет, ребята! Давай тебя со всех сторон-то снимем. Ой, давай тебя со всех сторон-то снимем, красавчик. Ну, это другие попугайчики, а вот эти, это, конечно. Видишь, какой прям аккуратист. Да, чтобы они не обиделись. Прямые. Ой, целовашки. Целовашки. Вот так бывает. Это настоящая анаконда. Это маньяк. Да, она растет большой, большой и опасный, опасный. Ой, я вижу ее лицо. Лицо? Она здесь не одна, здесь, мне кажется, много. Нет. Доминика, кто это? Это крокодил. Мне кажется, он нас игнорирует. Мама, ты там черепашка. Смотри, боженьки, а он такой здоровый. Такой весьма упитанный, знаешь. Смотри, не перелезай. Здравствуй, Кэмэл. Какой он очаровательный. Привет. О, боженьки. Кого тут Доминика-то нашла? Он там лежит. Ой, наверху? Да. На самом деле сейчас идет очень сильный дождик. Ага. Поэтому да. Вот он там сидит, милый. Угу. Так, кто у нас здесь? Черепашки. О, дождик только усилился, да, Никуля? Так, здесь все животные уже переведены в зимние вольеры. Поэтому остается здесь. Малыш, кто тут? Черепашки. Капибара. Где она? Ну, дождик идет. Я говорю, что все, мне кажется, попрятались. Большой индийский кала. Где ты его нашла? Вот смотрите, сейчас идет дождь, и они вот там. Смотрите, какая большая. Ай, ну-ка. Сейчас попробуем. Вон она. О, похоже на большую морскую свинку. А это. Мелкие хищники. О, вон она наверху. А здесь у нас большой индийский калам. Вон она наверху там сидит, да? Ага. О, кто это? Кря-кря? Смотрите, какой. Он, кажется, ты. Да, он просто слишком устал. Да. Он там наверху сидят еще. И самое интересное. Где у нас тут журавушка? Вон там журавушка есть. Марабу. А, да. У него такой желтый лохматик там вот. Только это сейчас не видно. Прическа? Причесон. Ага. Прям сейчас каёшь. Опа! Привет! Понравился тигр? Ага. Замечательно. И что нам осталось?
посмотреть птицы, съесть почки. Бежим! Самое интересное, что пойдем по мостику. Ой, да, да, да. Давай. Та-та-та-та. Что здесь на мосту у нас? Испугалась. Прости, пожалуйста, я аккуратно. Ой, надо же, тут утка. Давай вперед, подруга. Ух ты. Можно пройтись по мосту и посмотреть на птиц. Ух ты. И уточки кря-кря. Ай, испугалась. Здравствуй, дорогой. Привет. Да, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Да. Они сказали привет всем. Еще разок хочешь пройтись? Еще разок хочешь пройтись? Ну давай! Ой, 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 ой! Ну вообще очень весело на самом деле. Несмотря на такую погоду, как раз навес есть, все замечательно. Последнее, что у нас осталось, это птица. Давай, пройдем наших птичек и пойдем наконец-то за пончиками. Мой сладкий, что случилось самое несчастное, что может быть? Пончиков нету. И мы голодные, несчастные. Пошли пойдем домой. Да. Так, ну расскажи в целом свое впечатление. Понравилось тебе? Ага. Все замечательно, только с погодой не повезло, да? Ага. Если было солнечно, ярко там. И жирафов. Мы же пришли за жирафами. Вольерчик вон на ремонте, и жирафов не посмотреть. Нет, еще что, мишек тоже нет, да? Ага. Бурых мишек. Очень много где ремонт, что-то новое строят, новые вольерчики. Но все равно приезжайте в Санкт-Петербург и посещайте, что, Ленинградский? Ленинградский зоопарк. Все. Всем пока, и подписывайтесь, ставьте лайки. Что ты делаешь, пилишь? Сейчас я была... А вот... Ты пилишь, ты дрова пилишь. Я гранат. А, юмористка.